Мы собрались здесь для того, потому что убили одного из наших коллег, хорошего доктора Шамилева. Для этого мы здесь собрались, потому что нам нужна охрана. Работать невозможно, особенно в ночную смену. Также, как здесь говорят, все нам не дают зарплату. Вот уже полгода, наверное, все знают, уже мы сегодня в больницах. Работать невозможно, лекарств нет, перевязочного материала нет, больных очень много. Вот все наши требования, мы хотим нормально работать, помогать людям. Автоматами, посетители приходят прямо с автоматами в отделение. Вот здесь тоже. Очень ну, много. Как, на рабочем месте человека в виде автомата. Это значит уже, идет он с автоматом просто лечебную. Охрану ставят на дверях, чтобы не пропускали вот сейчас. Приходят с автоматами, а тут уже как не пропустить с автоматом? Что делать? Тогда и нам надо автоматы давать. Мы хотим работать, нормально работать, помогать больным. Ну а самое главное, что у нас замечательного человека убили. Ничего нам не надо. Вот у нас был случай патологии, женщины лежат, как они там лежат, не буду я рассказывать. Сняли с некоторых золотые вещи, там, с шеи, там, с ушей, ободрали с автоматом один, с пистолетом другой. Врачи там дежурные ничего не могли сделать. Разломали дверь, поднялись, они, видимо, заранее уже знали, куда им идти. Защиты для больницы это однозначно никакой нет. Для врачей то же самое. А то, что сегодня они все собрались, это вся беда и смерть нашего товарища, нервопатолога Катева Шамилева. Аббаса очень хороший товарищ был, поэтому люди возмущены. Это уже второй случай убийства врача. Второй случай. Поэтому на завтрашний день, думая о завтрашнем дне, они сегодня беспокойны в этом вопросе. Они не знают завтра, что с ними. Поэтому сегодня вот этот сбор. И не то, что они на стороне там оппозиции или президента. Или... Нет. Они на стороне работы, на стороне больных. Понимаете? На стороне этого. Вот сейчас они сорваны через это от больных. Они едут и говорят, о, мне надо было укол сделать, а мне надо было лекарство дать. Ну как так можно работать? Охраны нету, питания нет.
нету. Больных кормить. Медикаментов нету. Перед вязочным материалом нету. Ничего нету. И зарплата. Ну, зарплата, это у всех одна боль, но однако вот такие вот негативные стороны мешают чистой, благородной работе этих людей. У меня все. И мы уже полгода не получаем зарплату. У каждого семья, у каждого дети. И мы не в состоянии уже дать что-то, ну, что ребенок должен получить. Обуть нечем, покормить нечем, купить те же яблоки, те же витамины. Мы не можем ребенку. Как быть? Ну, мы просим просто помощи в этом. Тем более, получаем совсем мизерную дозу мы. Ну, что мы должны там? У нас невысокая зарплата. Это 5 тысяч какая-то зарплата. Это мы не можем получить. Полгода, седьмой месяц пошел уже. Поэтому, конечно, все возмущены в этом. Чтобы нам помогли, медикам всем, выплатили зарплаты. Которые уже седьмой месяц мы уже не получаем. Я как от студента хочу тоже заявить или сказать, что мы как будущее поколение, как будущее поколение этих врачей, мы тоже должны будем работать, заниматься больными. Мы сейчас не должны думать о проблеме, о стипендии, как нам поесть, где нам жить. Это очень важные проблемы и действуют на нас, можно сказать, очень сильно воздействуют на нас. И нам приходится, значит, нашим студентам приходится. Вот такое сейчас мы слышим, да, что убили врача. Это тоже сказывается на будущее поколение. Так как мы, да, хотим нормально работать, учиться, да, и хотим трудиться, как трудятся наши врачи. Я хочу от имени студентов, чтобы нам была выделена стипендия, чтобы были доставлены все те знания, которые мы должны получить. Они думали о жизни, о проблемах, где воевать, где стрелять. Понимаете, это очень тяжело на нас сказывается. Решили, что все наши проблемы будут решены в ближайшее время. Ну, как всегда. Как всегда. А так, завтра, значит, вновь назначенный зам администрации нашего города будет заниматься проблемами здравоохранения. Что он будет решать, как будет решать, это посмотрим завтра. До сих пор не знаю. У вас меньше всего. Да, добавим охрану. Амилович, выходу. نعم قواردي نيخة نو ناخة نعم قواردي ناخة نو ناخة يقلش حجن بيخولي داكتغن ويخيش بسترومش ناخة يقل تونكش دو ناخة يقل تيلنة دو وزعية سيستيم نتلغنة دو وي بربليم تاك بوشار اوك قوطة ايتشو دو وي بربليم جيولي لال وي بربليم جيولي قوطة ايتشو دا وي بربليم جيولي لال شبعيشو دو وغاسقك وك الدغش دو وك الدغش عن وان يقير من يؤمت كشوي غاس كما استعقاس تدو ديشان بل اح نيع اح ديكنع ونع شادك فتشعو في عميال دو غوقة وت غاس كما استان دو اسدر وي غاس كشتنا غيوك تان دو اسدر دو وان يقير اح ك شي قوم دو شي قوم مت دو سجي شي غيوك دو ستشنخ كلش دك دوي ايخي اللوي نوستن ايدو تان نوستن اح تان ليش دين اح اح الريفيرندوم بو هجي هيت حابي اصلا لير شيء تا بروبليم شو رزري شيء تيس بو سومة تبو لير بروبليم شو ريو دوخ يش شو ريو بروبليم شو اللي تا ميتيوس بريش بوي سير شو ريو اح شو تيس تو ول بروبليم شو نو تا سبيتالي شو لير شو بوي سير فلوجين يتقع وخ اللي ياس يهين تي وو يو اح سير فلوجين شو تيس شو ريو هون اح شيء يشوف بيتنس تولي سوست رياليزمي بيتنس سوست رياليزم غاتك ما تا اح سوغي نعت حدا نانا بلني تاخلو سدا بلني تاخلو احت دو شتا بلني شتكويك بلني تاح داجي كومونيستيكي ريجيم لاتش خينا خلياس تم بولي هينسا احت دو شتا متان دا لكي تبيرو ايك بق دا إذا احقا لورج بقو لور ايكا إفاناتي اتنسيت مخيصونا احقا كاكوي مني ويدت وات اتا هينسي سون تاليلو شتك موخي إذا اتحال غرا شي ركو ديتلس اوتير политический самосознание правовое самосознание лидер хлеритер ихабахна شي политический целях ардах лилуш ду эдем масун и
سن بله اصول پلیتیکی و اشش ایزو شریف که تن اعوست نه از غاز ک پلیتیکی فرواتری روس ک پلیتیکی ای پروکات شتیلیل لر وی ات غاز ار دولی تر دو اج ای با ده کجا به میاد چو یوش تمس لف پلی لیات اول دوره еще во времена борьбы царского режима с декабристами дюнда отрена дюна коли лю российских спецслужб Дали ждина хахил республики аха переворочья хил пачалска эмшбос Афганистан яхай уж ягари дукюш и активные действия ольше шей сектор шу оль КГБ мы отдел шах который занимается провокационной деятельностью по, против национально-освободительных движений. Дали ждина ахтяна вещи истории Чеченской республики это четко спланированная в рамках определенного сценария и времени борьба, провокация против национально-освободительного движения Чеченской Республики. Тот же митинг, который там стоит, тот же парламент, который Муэдрон до сегодняшнего дня сидел в этом здании, он является одним из элементов этой провокации. Я далек от мысли Муэдрон обвинять парламентарии в том, что они явно способствовали. Но пользуясь их низкой политической и правовым сознанием, их использовали. Я об этом писал в Ичкерии в газете «Благими намерениями выложена дорога в ад». Демократия, парламентаризм, которыми нас сегодня упрекают отсутствием, которые нас, точнее, Муэдрона, так называемый режим Дудаева, упрекают оппозиционеры, эти инструменты политически независимых государств, инструменты для сглаживания социальных проблем. Это да, но когда речь идет о том, что народ освобождается из-под колониального ига, из-под колониального ярма, демократия, парламентаризм, гласность, вот эти все атрибуты демократизма начинают превращаться в инструмент раскола общества. Узаду, сигабу, от Умхаева, Бугаева, Тер, от Бугаева, Тер, от Умгаева, Тер, от Умгаева, от Сингабу, Бугаева, Абдул, Тер, от Сингабу, Тер, от Абдул. Хирург.